Всем-всем привет, с вами Лара Шум, и я хочу вам сегодня показать такое чудесное видео. 31 марта 2020 года, вот там у меня речка должна быть, тут горизонт и ничего не видно. А буквально 28 марта я ездила уже на велосипеде в футболке, гуляла, солнце, погода, я наслаждалась жизнью. И самолеты летают, и люди гуляют. Не смотрю, видимо, ни на что. Коронавирус умрет раньше. Сама погода нам в этом помогает. В такую погоду хочется сидеть дома. Интересно, 28-го футболка, а 31-го уже зимняя куртка. Вот как вы с этим поступаете? Ну что ж, а сегодня я желаю всем вам здоровья, счастья, благополучия. Ищите во всем, всегда есть что-то хорошее. Если это неделя посидеть дома, то столько можно классных дел переделать. Меня почитать, подписаться на мой канал, поставить лайк, рассказать своим друзьям. Ну и надеюсь, что через неделю все наладится. Всем пока-пока, с вами была Лара Шум. Пока!